Вот так выглядел клуб, когда его приняли в 2014 году. Большой зал. Да, конечно, у нас еще не было ринга, не было вентиляции, мы ее сделали, не было зеркал. Но в остальном все то же самое. Ну и, конечно же, свет. Свет мы тоже весь заменили. Вот, и не было конструкции вот этой подгруши. Вот. С завтрашнего дня мы начинаем снимать все эти панели, хотим за месяц сделать косметический ремонт, чтобы преобразить данное помещение в цветах российского флага, бело-сине-красный. У нас же все-таки патриотический клуб. Вот. Вот одну стенку скрыли, и вот строители, видимо, когда строили, оставили вот такие надписи. Интересно, на этих стенах что-нибудь останется? Да, мы планируем здесь снять все панели. Вот. Тренировки будут, кстати, продолжаться, с учетом того, что мы сейчас на летнее время все группы объединили. Вот, надеюсь, строители, вот видите, как мы одну стену сняли. Вот мы сняли одну стену, и строители, так сказать, обнаружили, что строители в свое время, 15 лет назад, написали такую надпись. Надеюсь, за этими панелями ничего плохого не скрыто. Вот, приходите в Ярополк, через месяц он будет. Поэтому, дорогие родители и члены клуба Ярополк, 15+, жду вас завтра для того, чтобы вы помогли снять все вот это деревянное, чтобы потом преобразить наш зал в современный. Я не записал, оказывается, Андрюша, танцуй! Танцуй! Ремонт в Ярополке, полным ходом в большом зале. Я хочу сказать, чтобы этот зал был 100 раз лучше, чем был до этого. Валера, скажи что-нибудь. Танцуй, танцуй. Молодец. Игорь Николаевич. Дим, смотри, получается, мы будем вот эту ситуацию рубить. Вот по вот этот пол с той стороны. При этом вот эти панели мы оставляем. И от них будем отступать где-то сантиметров по, ну, по 10 вот с этой стороны и с этой стороны. Вот. То же самое там от этой железной 10 вот сюда и 10 сантиметров туда. И получается вот примерно вот отсюда до сюда будет свободное пространство. Вот это надо выдолбить под пол. Сюда мы потом просто будем класть. Твоя конструкция, когда ты будешь делать, да, она будет сверху вот этой конструкции под груши. Сейчас эту хрень мы, конечно, сегодня уберем. То есть получается нам 1, 2, 3, 4, 5, 5 отрезков надо. 5 отрезков нам надо выдолбить. Естественно, мы потом вот эту синюю металлическую опору мы сюда приварим и удлиним вот сюда, чтобы сохранить какую-то вот так. Поэтому посмотри, пожалуйста, вот чтобы вот вырезать красиво. Если красиво, либо перфоратором выдолбить. Спасибо. Лех, вот так сейчас выглядит у нас зал. Смотри, мы это все продалбливаем. Вот, пока оставляем такую конструкцию, вот это вот будет для полок у нас. Что мне нужно? Мне нужна вот такая опора, вот такая вот опора. Она пойдет вот прям четко вот сюда. Снизу до верху. Размеры я тебе пришлю. И потом они между собой будут соединяться. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5 и большое 6. Вот туда мы прикрутим. Размер я тебе сейчас пришлю. Вот именно нужна вот эта труба. Хорошо? Надеюсь, ты меня понял. Антох, в общем, у нас сейчас так зал выглядит. Зал выглядит. Мы тут фигачим. Все. Вот тут будет зона боевая. И смотри, вот эти трубы. У нас за место батарей будут тепловые пушки. И они пойдут отсюда и пойдут поверху. Вот здесь бойцовская зона, она в реале мешает. Есть ли вариант вот эти трубы, которые идут, вот они идут, обрезать их, пустить поверху и вот так вот сделать? Можем ли в данный момент мы сейчас это сделать? И сделать это пластиковыми трубами, а не металлическими. Ну или скажешь металлическими. В общем, вот эту фигню мне надо обрезать и пустить именно поверху вот так и вот сюда.
Жду от тебя комментариев. Вот остаток. Почти все готово. Сегодня добьют это. Завтра шкурка и краска. Приступили к покраске. Сочетание синего и белого. Здесь будет снизу тоже синее, сверху белое. Думаю, будет по-бойцовски. Ну все, практически. Осталось только докрасить пол. А остальное все готово. Ну и в красный цвет конструкцию. Ух, 2 недели. Ребята молодцы. Докрасили пол. В принципе, осталось немного. Уже завтра полноценные тренировки. Осталось вот зеркала, баннеры повесить. А так все готово. Вот так преобразился наш зал.